Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мой видео носит только информационный характер. Сегодня, друзья, хочу поделиться с вами проектом. Называется Правком. Вот. Что он нам дает? У нас вечная проблема – это приглашение в онлайн-бизнесе. Где брать рефералов? Проект, друзья, находится на предстарте. Старт проекта начнется 27 апреля. Давайте посмотрим, что он нам предлагает. Вы можете бесплатно, обращаю ваше внимание, бесплатно получать множество рефералов в любой проект. Мы не накручиваем и не мотивируем. К вам придут только реальные заинтересованные люди. Еще здесь есть, можно как бы заработать 87 тысяч рублей и 500 тысяч рублей в наших финансовых системах. Значит, здесь вкладочка «Хочу рефералов» и «Как заработать». Это уже по желанию. Давайте я пока нажму «Как заработать», а потом уже вернемся к рефералам. Значит, здесь две финансовые системы Fast Food и Big Food. Это уже тут сами посмотрите, как я сказала, по желанию. Вот 87 тысяч рублей. Первый уровень 3 реферала, доход 600 рублей, на баланс 200 рублей. На второй уровень идет 400 рублей. Второй уровень 9 рефералов, доход 3600, на баланс 400, на третий уровень 3200. И третий уровень 27 рефералов, доход 86400, на баланс 86400. И здесь все расписано. Это Fast Food и Big Food, тоже все это прочтете. Давайте вернемся теперь к нашим рефералам. Хочу рефералов. Нажимаем. Система сарафан. Значит, так, пригласите рефералов правком, а потом с помощью нашей бесплатной, обращаю ваше внимание, друзья, написано бесплатной, системы сарафан легко выстраивайте большие структуры рефералов в любых проектах. Как работает сарафан? Вы указываете свою реферальную ссылку из любого проекта. Ваши рефералы получают от вас сообщение с предложением войти в проект. Если реферал принимает предложение, то он регистрируется по вашей реферальной ссылке, а затем отправляет предложение своим рефералам со своей реферальной ссылкой и так далее до бесконечности. Далее смотрите, интересно как. Если реферал отклоняет или игнорирует ваше предложение, то оно автоматически отправляется его рефералам. Такая переадресация действует на 6 уровней в глубину, там 6 уровней реферальная программа. Во многих проектах есть переливы от вышестоящих участников, поэтому имеет смысл принять предложение войти в такой проект, даже если у вас нет реферала правком. Но, друзья, я на переливы никогда, если честно, не надеюсь. Я рассчитываю всегда только на свои силы. Вот сюда значок нажимаем, есть группа ВКонтакте, можно перейти и вступить в группу. Присоединиться к группе. Регистрация здесь наипростейшая. Фамилия, имя, отчество, логин, email, пароль. Нажимаем «Зарегистрироваться», попадаем в аккаунт. И вот так вот у нас выглядит как бы наша домашняя страничка. И здесь написано «Предстарт проекта Правком проходит с 12.04 до 27.04. И в 12.00 по московскому времени будет старт проекта. Во время предстарта закрыта система сарафан. Можно оплачивать активации от по желанию Fast Food. Это уже если захотите, это уже ваше право. Можно приглашать рефералы. Начисляются реферальные. Работает вывод и перевод средств. Сразу после старта откроется система сарафан.
начнутся активации вот этих денежных площадок по времени регистрации в правком. Я уже загрузила аватарку. Значит, сразу у нас здесь находится партнерская ссылочка. И здесь кураторы. Вот у меня первый куратор. Можно нажать второй куратор, третий. У меня пока 4 куратора. И четвертый. Здесь как бы группа, кто подписан, участники. И давайте пройдемся по страничке. У меня уже один партнер пришел ко мне. Это я ВКонтакте уже выложила как бы. Ну вот это наша главная. Баланс у меня по нуля. Сарафан еще недоступен у нас. Тоже вот это все, как работает сарафан, друзья, прочтете. Фастфуд. Это по желанию. Активировать, пополнить баланс. Бигфуд. Тоже по желанию. Далее вкладочка идет рефералы. Ко мне пришел один реферал, и здесь 6 уровней в глубину реферальная программа. Далее финансы. Так, пополнить баланс сюда сумму, это по желанию. Далее выплата сумма, пин-код. Обязательно в настройках нужно указывать пин-код. Так, и здесь внутренний перевод, друзья. Баннеры. Есть баннер 468 на 60 и 700. Ну, здесь много баннеров. 728 на 90, 240 на 400, 200 на 30. Ну, хорошо придумано. И сразу ссылочка на баннер. Так, новости обязательно вот читайте. И переходим в настройки. Здесь мы указываем пин-код. 4 цифры. Повторяем пин-код. Я еще ничего не устанавливала, только написала в группу ВКонтакте. Нажимаем сохранить. Здесь прописываем PR-кошелек. Указываем пин-код, который мы указали. Нажимаем сохранить. Здесь имя, фамилия. Страница ВКонтакте я указала, чтобы партнер мог связаться. И загрузила фото. Здесь фото 180 на 180, по-моему, идет. Как бы я вот сделала, увеличила, уменьшила фотографию, как бы аватарку, и загрузила. Ну, в принципе, и все. Изменить пароль. Ну, здесь электронную почту. Наверное, тоже здесь можно изменить. Вот. Ну и все. И выход. Ага, и здесь вот регистрации, как бы 195. Выплачено это, заработано 210 рублей, выплачено 120. Это идут реферальные начисления, так как проект еще на пристарте, еще ничего не активно. Люди выводят свои реферальные начисления. Кому интересно, присоединяемся, неинтересно, проходим мимо. Меня вот заинтересовал вот этот сарафан. Продолжение, естественно, будет следовать. Будем изучать, когда стартанет вот этот сарафан. Буду писать видео, постараюсь записать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!